3 миллиарда рублей в виде мер господдержки доведут в этом году до предпринимателей Башкортостана. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства, министр экономического развития Рустам Муратов. Всего в этом году различные льготы и субсидии получили 3500 МСП. В частности, газовые заправочные станции получили в этом году субсидии на 58 миллионов рублей. Компаниям лесопромышленного комплекса возместили 65 миллионов. На приобретение оборудования компаниям туриндустрии 29 миллионов рублей и так далее. С начала этого года малый бизнес, IT-компании, инвесторы, резиденты ОСАЛГА получили налоговые преференции на 2 миллиарда рублей. Для МСП и инновационных предприятий снизили ставки по упрощенной системе налогообложения. От уплаты налога на имущество освободили торговые комплексы при условии неповышения ими платы для арендаторов и сохранения численности сотрудников не менее 90% от уровня 2021 года.